Овсяная каша, овсяное печенье, овсяное толокно. С детства я слышу, что все, сделанное из овса, мега полезно. Овсянка, сэр, действительно ли она так полезна? Пищевые волокна овсяных отрубей. Они обладают желчегонным действием. И какие продукты из овсянки не стоит есть? Суп за 5 минут. Не вредно ли это для здоровья? Самое высокое содержание соли было выявлено в образце бульонного кубика под номером 3. И какие кубики выбрать? В таком кубике глютамата содержится намного меньше, чем, скажем, в жареном цыпленке. А также 5 кулинаров, которые поражают мастерством. Еда живая и мертвая в субботу в 11:00 на НТВ.